Меня зовут Олеся, я учусь в городской классической гимназии, мне 17 лет, я учусь в 11 классе и занимаюсь модельной деятельностью с этого лета. Состою в модельном агентстве ProModels. Я увлекаюсь рисованием и собираюсь поступить на дизайнера. Очень люблю свою собаку. Мою собаку зовут Малыш, и ему почти 2 года. Я его очень сильно люблю. Он очень маленький, вот такой. В свободное время чаще всего я собираюсь с друзьями на даче по праздникам. Мы готовим еду, всякие вкусняшки, и смотрим фильмы, и поем в караоке. Мою маму зовут Анастасия, у нее агентство детских праздников. Она проводит дни рождения и юбилеи, даже свадьбы иногда бывает. Меня к модельной деятельности на самом деле давно подталкивала моя мама. Она настаивала на том, чтобы я попробовала себя. И вот летом меня пригласили на фотосъемку впервые, но фотограф со мной связался и просто пригласил на съемку. Позже он направил мои фотографии в модельное агентство, и меня приняли. Я посещала курсы, и спустя какое-то определенное количество фотосессий я попала в основной состав. Вот. Занятия у нас в модельном агентстве очень интересные. Это танцы на высоких каблуках, это гимнастика, актерское мастерство, ораторское искусство. Как видите, я на него не ходила, видимо. Вот. Уроки макияжа, ухода за собой, уроки по стилю тоже, уроки фотопозирования и дефиле. У нас есть несколько групп. Это младшая, туда ходят совсем маленькие детки, средняя и старшая. Недавно я снималась для рекламы спортивных костюмов, приуроченные к Хэллоуину. Это было в стиле сериала «Игра в кальмара». Меня туда позвали, и это было очень интересно, потому что я вживалась в роль этого персонажа. Один из моих самых любимых жанров фотосъемки – это фэшн-съемки, потому что это позволяет тебе примерить на себя разные образы, разную одежду. Это всегда очень интересно. Если кто-то из вас мечтает стать моделью, то я могу пожелать вам смелости и храбрости в первую очередь. И сказать, что не бывает ничего невозможного, если вы действительно чего-то хотите, то к этому следует идти. И перебороть свой страх и свои стеснения, идти на съемки, заявлять о себе, оставлять анкеты и приходить на кастинги. Это всегда очень страшно, но в конце концов это того стоит. Всем пока!